Не, ну у них кольца, шильды, конечно, блин, огромные, это чтоб никто не пропустил. Всем здравствуйте! Вы не поверите, прошла неделя, и мы все-таки решили съездить еще раз во Францию, в магазин. Ну, я вам говорила, что мы не купили, это лягушек. И у меня муж сказал, ну давай еще раз. Ну, мы теперь едем в другое место. Дорога та же самая ведет, только мы поедем дальше. 105 километров на меня. Так что оставайтесь с нами. Здесь? Нет. Осталось чуть-чуть, мы приехали, мы вот к нему и едем. Мы к нему и едем. Вот светофор у них такой интересный. Да, это, вот он этот. Через 300 метров сверните на съезд направо. Ага, это мы в туалет так зашли. Красиво. Все зеркально. Классно. Ну все, мы вышли. Это такая огромная парковка. Все, вышли. Вон, интересно, тележка вся пластмассовая. Ох, да. Ну все, все довольны. Магазин Москва. Ага. Я довольна. Довольны? О, мы устали. Ноги вот. У всех. А, Изабеля Лёль такой купила. Опять. Игрушка опять. О, это он такой огромный. И аж туда-туда, далеко-далеко. Это все магазин. Вот, припарковали здесь. Я так понимаю, это у них такой вот как закупочный центр, очень огромный, там заправка. О, кстати, сейчас приближу, попробую приблизить цену, увидеть. Не, к сожалению, все прыгает, да. К сожалению, все прыгает, ничего не увидишь. Ну, в общем, €98 у них самый дешевый бензин. Вот еще здесь мы не стали заезжать под крышу. Мы здесь. Ну, там еще что-то, какие-то магазины, кафешки. Не знаю. Ну, в общем, мы гулять не пойдем. Мы уже внутри нагулялись. Все, приехали мы домой. Полная сумка. Ну, тут опять вино. И вот здесь целая гора всего. Так что буду потихоньку показывать, но, к сожалению, в этот раз будет без цен, потому что это будет очень долго, потому что продуктов много. Чё? Поэтому я буду просто вам показывать. Ну, в общем, скидка минус 20% на это было. Вот, 5,99 и минус 20% еще было. Рыба красная. Так, 6,30 минус 20% тоже скидка была. Решила взять. Не помню, сколько стоит. Вот такая рыба уже на палочках, для ну, чтобы грилить. Скидка была минус 30%. Тоже решили с сыном взять. Сын любит. Вот, минус 30% тоже.
Он решил попробовать рыбу грильную. Вот. Это рыба. Опять взяли вот таких два багета. Я их пока сюда поклала. Вот. И когда мы были в первом Ашане во Франции, очень было вкусно, и мы купили всего лишь по Ойре. И он очень-очень длинный, он метровый. Сколько тут? 400 грамм написано. О, я запомнила цену. Он по Ойре был. Вот. Дальше вот такой хлеб, белый батон, 500 грамм, уже порвался этикетка. Я храню в холодильнике всегда. Ну, во-первых, чтоб не плеснил, ну и сильно так не засыхал. Цену прям точно до копеек я не вспомню, но Ойра 40, кажется, если не ошибаюсь. Ну да, чуть-чуть дороговато по сравнению с Германией, но я люблю белый хлеб. Так, немножко прервусь. Хочу сказать, что где мы сегодня в Ашане были, это был очень огромный закупочный центр, блин, в котором еще были всякие магазины электроники. Там это наподобие, если кто знает, большого глобуса на окраине города, ну, допустим. Вот, например, у нас... Где мы были, это, может, не окраина была, но в Германии на окраинах городов закупочные центры строят. Но там столько было магазинов, поэтому он был очень огромный. И теперь там даже был отдельно отдел, где, как их назвать, там было трое человек, и они сами эти суши крутили, сразу же свежие крутили, и в эти, это... шали раскладывали. И вот такие суши купили. Хотим... у нас была еще одна такая же коробка, только немножко с другими сушами. Мы с сыном по дороге уже одну навернули. Мы голодные были. Да, там вот он с краю соевый соус, пакетик. Вот. И мы по дороге с ним навернули. Дальше. Мясо. Это у меня, если не ошибаюсь, ребра. 3,61 евро за вот эту упаковку. Вот. Дальше. 470 грамм. Цену я не помню. Это крылышки. Мексиканским соусом каким-то, что ли. Дальше. Грильное. Это... баух, свиной баух, ну, живот, да, сало. Это цена. Дальше тоже крылышки, только уже в барбекю. 470 грамм. Цену не помню. Хоть убейте, не помню. Вот. Я, конечно, не хотела показывать, но решила показать. Это купальник я решила взять. Значит, БХ 5,99, 6 евро, и отдельно плавки идут. Плавки 4,99. 11 евро за купальник, это, я считаю, нормально. Решила новый купальник взять, потому что мой уже немножко порвался. Вот, и там, кстати, был отдел с одеждами, прям в этом магазине. Решила я французское взять... молоко попробовать. Вот. Я молоко люблю. А правда, чем оно отличается? Вот смотрите, не стоит сколько жирно. Да, кстати. Вот сейчас я немецкое молоко достану. У нас тоже в таких бутылках есть свежее молоко. Фриши называется. Свежее молоко. Ну, вот, допустим, у нас вот написано молоко и жирность. 3,5%, да, жирности. Но мы всю этикетку пролазили. Все пролазили. Мы ничего не нашли с сыном. Да, наверное, видео будет, скорее всего, длинное. Но я предупреждала, и это я еще ту сумку не разобрала. Так,
Орео такие опять доча купила. Мороженое, надеюсь, не растает. Надо сейчас быстренько. Я уже попробовала, открыла одно. Ну-ка. Ну, уже... Так, сейчас быстренько в морозилку надо будет. Мороженое вот такое Рафаэлло. Такие сладкие какие-то, типа булочки. Не знаю, еще не пробовали. 3,10 вот за эту упаковку. Ну вот. Дальше. Скидка была 50%. Дети взяли пиццу. Опять. Чамбон какая-то, моцарелла. Ну, моцарелла это сыр. Так, взяла я куриные, я даже не знаю, что это сказать, ножки или что это. В общем, 2 килограмма. Цену не помню уже. Тоже надо сейчас будет быстренько все в холодильник убирать. Вот, опять вино купили на пробу. Опять вино взяли, несколько бутылочек на пробу. И опять амбассадор. Мы вчера с мужем попробовали, очень-очень-очень вкусное. И в этом магазине Ашане оно дешевле на 2 евро было. Если мы в том купили за 10, то в этом за 8. И даже скидки ей не было. Вот так, разница магазинов. Так, дальше мясо. Маринованная, это говядина, 9,25. Свежие свиные ребрышки, но это не просто ребрышки, это, вы посмотрите, какое оно толстое, это с куском сала даже, это, блин, ну, я почему взяла, потому что я в Германии, ну, где я живу, я еще такого не находила, чтобы огромное было ребро. И с таким, ну, сантиметров сколько? Да, 5. Толстое ребро с мясом. Вот. Взяла я на пробу. Это такая фаршированная ракушка. Вот она, ракушка. Она чем-то фаршированная. Ну, плохо видать через пакет. Ну, в общем, оно тоже... делается в микровелле, хоть и по-французски, но я уже примерно понимаю, 180 градусов на 35 минут. Ну, не микровелле, а может духовка. Ну, в общем, это тоже запекается. И наконец-то, зачем я вообще ездила? Наконец-то я нашла то, что я искала, я хотела. Что я не нашла в том магазине? Это лягушки. Это лягушки. Наконец-то я их нашла. Они свежемороженые. Они свежемороженые. Вот. Так что теперь буду лазить по интернету и смотреть, как они готовятся. Ну, понятное дело, что можно отварить, но можно же и не просто отварить, а с какими-то соусами сделать. Ну, в общем, нашла я лягушек. Так, дальше. Это сын себе вот набрал такие заваривать, как суп. Азиатский, да. У нас тоже магазинчик есть азиатский. Ну, да, у нас тоже есть. Чикен, это курица, рамен, ну, барбекю азиатское. Дальше чикен терияки, это курица терияки. А он два взял, чикен терияки, да, два взял. А, и два чикен рамен. И вот такой он взял бологнезе, уже тоже готовая баночка. 2 минуты. Что-то в микровелле. 2 минуты. Ну, просто, наверное, разогревать и все, уже готовое. А это надо заваривать, это супы.
Вот такую чипсы они взяли себе, дети. Да, ну, блин, ну чипсы, вот представьте, идет регаль высотой 2 метра, допустим, да, и в длину, блин, ну не знаю, метров 10. И это все чипсы. Также и с орешками идешь, и вкус такой, и вкус всякой. Ну, что-то смотрю с беконом, думаю, что-то интересное захотелось попробовать. Ну, взяла 2 пачки колбасы, потому что у нас дома закончилась. Это обыкновенная, типа шинкин. И, ой, забыла, как она называется. Ну, блин, забыла, как по-немецки она называется. Но мы такую в Германии покупали, покупаем. И, но просто в холодильнике уже не, колбасы не оказалось. И нам надо было просто домой вот с чаем бутерброды делать. И взяла я сыр камемберт. Ойра. Ойра с лишним. Он, я его поэтому взяла, то ли у него скидка была, то ли, я не знаю, что, но ойра с лишним. Я в шоке была, когда цену увидела от этого сыра. Дальше. Актимель. 2 пачки доча взяла себе. И рядом стояла вот такая большущая бутылка Актимели. Я когда сыну показала, сын был в шоке, потому что у нас нету таких бутылок Актимели. У нас все вот такое вот. Вот такие маленькие. Вот, 645 грамм бутылочка. Ну, большая. Вот, ну, сок он себе вот такой купил. Это типа энергетик. Ну, оно в Дойчланде есть, но он любит такое пить. Вот одну бутылочку себе, баночку. Одну баночку себе взял. Вот. И дочь взяла такую баночку. И она подумала, что это может быть, как, сгущенка. Но я сейчас открывать не буду. Но очень интересно посмотреть, что это. Вот. Ну и последнее. Так, начну с такой дыньки. Не знаю, вкусно или нет. Дынечку такую решили французскую купить. Но, опять же, непонятно. Оно с Франции. Или тоже из Германии привезли. Арбуз, кстати, там стоял Марокко, да? А, да, я хотела арбуз. Оно стояло, что с Марокко. Ну, русских есть, если попасть на сезон. Мы не стали арбуз брать, потому что в русском магазине можно очень вкусный купить. Вот такая большущая упаковка йогурта. То 1 килограмм. И дочь решила себе взять, попробовать. Это для тела и волос. Вот написано. Body и hair. Ну, волосы. 2 в 1. Такой вот. Но пахнет очень обалденно. Вкусно. Сейчас мне это раскидывать по холодильнику, где я место найду. Будут очень много рецептов, так что ждите, ждите рецепт на моем канале с лягушками, обязательно будет. Так что на этом и все. Я, наверное, очень быстро это все так сказала, потому что я уже устала. Мы уехали из дома, было где-то 11 утра. А сейчас туда было час ехать, да, а сейчас уже 16:00. И я немножко устала, надо отдыхать, покушать. В общем, вот так. Так что, если кому было интересно, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч всем, и пока-пока!